Всем привет, и мы сегодня играем в игру Dark Riddle. У меня вот уже есть вот такое вот. Потом я вам расскажу, где я его нашел. Скачайте эту игру, очень интересная. А вон и сосед. Привет, дядя. За мной бежит полицейский. Скорее прячется, чтобы он меня не нашел. Ты что, видишь меня? Все, я привидение, ты меня не видишь. Вон он. Он меня не увидит, не? Вон он наглядывается, делает, да. Как в «Привет, соседи». Ну, я бы хотела в него поиграть. Что-то написано. Ну, там только сообщество про этой игры есть в плеймаркете. Не могу скачать. Никак не могу найти. Можно, полицейский? Не беги за мной! Меня полицейский остановил. Вот я опять здесь очутился. Скорее бежим. Бежим, чтобы потом не ждать, пока полицейский пройдет, потому что он ходит медленно, как черепашка. Вон он, быстрее. Быстрее бежим. Опля. Где сосед? Бежит! Что ты так невежливо меня встречаешь, дядя? Красненький, страшненький. Давайте посмотрим, ничего там нового не появилось. Это же уже не утро, а ночь. Что? Что? Где он? Он есть уже? У меня золотого... Бронзового ключа нет, потому что я его выбросил и взял другой этот такой ключ. Вот. Его вот так. Привет, дядюшка! Куда ты побежал? Через окно ты меня не можешь ловить. А? Не можешь, да, любить меня? Ой, как жалко. Ладно, я побежал. Давайте разобьем его окно. Ой, не получилось. Давай, и сразу бежать. И бежим. Бежим. Вот, у меня самый сейчас главный ключ был в руках. Вот нам надо проникнуть вот туда. Что, камера? Камера запищала. И сосед меня услышал. Где ухо нарисовано, это значит, как он меня слышит тут. Где? Пошел, молодчинка. Куда пошел? Так, дверь открыта. Он где-то рядом. Он пошел вот за ванну, к лестнице туда. Он, наверное, охраняет свою дверь, чтобы я к нему не прошел. Только он сейчас будет ходить, мы сейчас его тут увидим. Вон он идет. Скорее, куда-то он пошел, в какую сторону? Похоже, ко мне бежим. Так, где камера? Где камера? Чтобы камера не запищала только. Не запищит? Не запищит. Что? Пищит! Пищит камера! Где? А сосед бежит! Нам нужно в той комнате его телефон взять. Ну, скорее, сейчас. Сейчас мы все сделаем. Где ты? Нам нужно стрельнуть этим пистолетом. У нас нет батарейс какой-то. Сосед идет. Знаете, как привели соседа? Куда? Давайте. Побежал куда-то. Куда он бежит? Эй, давай с тобой догонял, не соседушка. Соседушка, где бежит? Увидел. Я просто хотел с тобой побегать, догонял и поиграть. Не надо меня ловить, пожалуйста. 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 Ого, тут замок, раньше его не было. Давайте попробуем этим ключиком. Что?
Ой, да, получилось, ого. Вот замок улетел. Соседушка. Ага, хорошенький. Вот, вот. Смотрите, что сосед где-то. Камера решила выписать громко. Вон он бежит, вон он. Делай этого, не делай. Так, ну давайте тут. Полицейский где? Вон он пошел. Где сосед? Сосед-то тут? Вот он встал, стоит. Идет. Прячемся. Давайте возьмем что-нибудь. Что тут можно взять? Я нашел что-то у соседа, какую-то детальку. Какая-то бутылка или что это? Приветушки, ты не будешь за мной тут бегать? То иногда ты бегаешь за мной, хочешь походить. Сегодня ты хороший, не да? Сейчас я к тебе коробочку кину, хочешь? Хочешь? Привет. Что ты на меня так смотришь? Что, за мной пойдешь, не? Давайте в соседа кинем. Что он будет делать? И давайте вот сюда лучше. И... Ой, не получилось. Что там? Где? Где сосед? Бежит! Бежит! Что? Что не... Все, где ты? Где ты, дядечка? Приветики, красноноски. Все, до свидания. Я тут закрою все. А мы тут откроем все. Когда был день, камеры так и не пищали. А сосед бежит за мной. Так, давайте что-нибудь у него стащим. Давайте. Вот. Что? Камера. Где? Откуда сосед сейчас выбежит? Ой, не надо. Нету соседа. Где он? Вон он бежит. Хочу вот в это окошко бросить. Вот так вот. Опля. Есть. А где? А где этот дядюшка? Ну, смотрите. Я знаю хитрый приемчик. Опля. Сюда. Где он? Не важно, не важно. Нет. Хотел прыгнуть. Сейчас еще раз попробую. Я только вот позавчера изучил этот приемчик. Хитренький очень. Так, где сосед? Не получилось. Бежит, не надо этого делать. Что он сейчас через окно выглянет? Как ты выйдешь отсюда? Развернулся. Умный такой. Умненький сосед. Так, где? Ну, пиши ты там, камера, что хочешь, делай. Пиши. Какой там код? Он каждую игру меняется. Как мне его через окошко разглядеть? Нельзя так? Быстрее, сосед. Извини. Извини, что я тебя потревожил. Больше я не буду. Все, прости. Ладно, давайте вот сюда. Что? А что это за яичница? Бежали, сосед сейчас прибежит. Что это за яичница? С темно-синими беконами. Где? Бежим вон туда. Вот тут нам надо код, и там подвал. Ладно, давайте я хотя бы вам покажу, что тут.
Есть. Залазим. Залазим, я сказал. Давай. Вот залазим. Вот сейчас нормально. И смотрите, видите, на синем шкафу зелененькое, да, торчит. Это кристаллик нужно передать монстрику такому. Я сейчас покажу, где он. Он на втором этаже, а мы сейчас на третьем. Опля. Отлично, где? Где ты? Привет, сосед. Вот. А тут не дверь, а шкаф. Сейчас я тут вам покажу. Смотрите, видишь шкаф? И там вот зеленый что-то. Это монстрик. Ему надо дать этот зеленый кристалл, чтобы он открыл. Там глобус. И там написано на английском. Изучи карту. Да что там за барабан? Сосед, ты внизу, да, вон я тебя вижу. Умный. Побежал куда-то. Ладно, неважно. Прыгаем. Берем зарядное устройство. Опля, что? Теперь есть. Мы можем стрельнуть. Пошли только... Почему? Вот теперь мы можем стрельнуть. А где сосед сам? Ну вот так, опля. Теперь нет батареи? Давайте еще раз. О, почему не стреляет? Он так круто стреляет. Что он не тут? Тут его нет? Нету. Смотрите, давайте войдем. Вот в эту комнату, видите, вон монстрик. С левой стороны был. Сюда давайте, сюда. Потом сюда. Опля, отлично. Вот видите, что тут? Вот тут вот. Ключик бронзовый. Но мне тут он не надо. Пока ключик. Давайте я покажу вам еще последнюю комнату. И мы закончим видео. Скорее, вот. Разбиваем. Опля. Вот монстрик. Секретное место. Написано. И вот, открываем дверку.